Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 87. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. Седьмое. Седьмое, это за день. Дальше насчитать не будем, каждый раз считаем. Посмотрите. Так, сегодня 9 марта. Да, 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 просчитайте. Вот так. Так, это я хотел сказать, сегодня у нас какое, сейчас я чуть не ошибся. 9 сегодня? 9, значит, за 8, ты прав, здесь ошибочка вышла. Надо поставить будет, это проверить. Ну, бывает так. Вот. И дальше, чтобы в Одноклассниках там не писали мне, писали прямо на наш форум. Вот посчитайте, что здесь написано. Считать не буду, потому что одно и то же каждый день. И объявление, чтобы помогли разобрать, краткое содержание на каждый ролик дать. Уже 3 человека помогают, но роликов 4200 наших роликов, и, ну, просто дать. Вот, отмечайте, себе тормозите на этом месте и прочитайте. И опять дальше это. Вот так. И потом вот в это перевести нужно на нашем сайте, книги, на сайте. А там даже видео есть, и что-то надо перевести, говорят, вот эти 7 положений. Вот, ну и задание, вот занятия идут, еще что. Беру только то, что сейчас молились, и что за это время пришло конкретно. Вот считаю теперь. Игорь Струц, извините, третий раз за 3 месяца скайп исчезает. Это не один человек уже говорит. Вот. До этого не было никогда, с вами стал переписываться, и все время исчезает где-то что-то, где-то. Притом это пишет не один человек. Что это такое, что такое, не знаю, дальше. Игнатий Тихонович, если можно... Прокомментируйте. Моя жена маленькой веры, но я молюсь, чтобы Бог дал ей веры. Библию она не читает, боится, вас не очень принимает, язвит. А вчера ей сон приснился. Сидит она с вами на озере у вас, на вид очень старая книга. На ней крест изображен, и вы ей что-то говорили. А у нее в руках масло, и она вам лицо намазала. Вот видите как, вот вы знаете, это сон есть сон. Сон бывает... От Бога, бывает от лукавого, и бывает от переедания и забот житейских. А как определить? Иоанн Кассиан говорит только один способ. Если ты видел крест распятия, это от Бога на 100%. Она видела крест. Мы сидим на берегу реки. Действительно, полноводная река у нас тут течет, сколько мы даем. Я уже могу даже и растолковать ей. Старая книга, какая старая? Святая Библия, на ней крест. Тут похоже. Ну а дальше-то она не очень меня принимает, да не то, что не принимает, она, может быть, и поносит, и борется за мужа-то. А тут она что? В руках у нее масло, и она вам лицо намазала. Ну а масло что такое? Значит, вполне возможно, что изменится ее отношение. Я, бывало такое, меня поносят, а потом Бог смиряет, они начинают маслом мазать. Это доброе отношение, благодатность. Такое может быть. И тут пишет, с маленькой буквы Бог написал. Помолитесь, чтобы не во грех было. Не во грех. Не во грех. Вот так, такое дело. Это вот сейчас, несколько минут назад, 5:50, ну, 10 минут назад написал. Дальше пишет другой человек, с другого государства. Алексей Матюшин, мир вам. А куда исчезла моя переписка с тобой? Ты не убирал? Понятно. Другое, я за день только беру что-то. Не убирал. Я проверил ее. Я ему отвечаю, что? Не прикасался даже, она вся тут целая. Посмотрел целое, как, а ему не видно. Может быть и там тоже, я не знаю, но там действительно так. Тут вот какое дело. На меня начали такие, говорится, ветры дуть с другой стороны уже. И я пишу стихи, ну, стихами-то назвать нельзя, я называю проповеди в стихах. Если зайдете на наш сайт, там у меня 4 книги стихов, 4 тома по 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов. Это 36 строчек, и у каждой эпиграфа из Святой Библии. Ну и там издать невозможно, так дорого все, 1000 экземпляров. 4 тома по 800 страниц, это что-то стоит. Это 3467 стихотворений. И сейчас начали за стихотворение. А вот там сказали, ну, в стихотворениях надо понимать, что там речь маленько бывает не так, как хотел сказать, бывает нужна рифма, бывает скрытое что-то. Вот сейчас заодно слово «азарт». Действительно, азарт это не христианское слово, азарт на игры, карты и прочее, азарт там где-то, ну, все, азарт. Понудили меня посмотреть, как это выглядит в Википедии, в разных словарях Ожегова где-то, и какой я ответ даю, еще раз говорю. Люди не ко мне обращаются, ну тут стихи-то мои, мне приходится уже брать, но я отвечаю во свете Библии, во свете Библии. Стихи,
придет время, будут их исследовать. Мне правильно говорят, после моей смерти. В этих стихах столько сокрыто, я сейчас считаю и не могу поверить, что моя рука это писала. Притом 3467 полных листов, там А5 как называют, и фактически ни одного исправления нет. С чистого листа все написано. Так не бывает. Я беседовал с поэтами настоящими. Вот в литературном институте в Москве Лев Ашанин, Лев Александрович. Там давали какое-то у них там, какие-то там курсы или что, не знаю даже. Я вдруг попал. Я пришел не к нему, а к режиссеру Розову Сергею. И здесь, и поднял руку, сказал, я вот дорога ехал, цыганский табор к нам вошел, и написал стихотворение. Я прочитал, а по одному ты когда его читать? И все, Лев Александрович, дайте еще сказать, я второе читаю стихотворение. Они еще, третье, кажется, четыре стихотворения. Почему? А он встал тогда и говорит, Лев Александрович Ашанин, говорит, у нас такое впечатление, что вот ветер ворвался, двери, шторки все наши отбросило. А тот считает стихи «Сыкл, сыкл, мотоцикл». Ну какой же «Сыкл, сыкл». Ну, да как Андрей он один пишет, это вообще даже говорить невозможно. Что я дал, когда стихи, первая книга стихов была, и одна из старообрядцев. Они Библию-то не очень знают, старообрядцы. И она молодец, помогла. Но она не понимает. Наклонившиеся снопы. А при чем здесь снопы? Я сейчас покажу это, где. Ну, надо понимать, у Иосифа в видении были снопы, чтобы наш сноп был не наклонен. А перед Богом стоял, а ему кланялись. И вот здесь одно слово «азарт». А какое? Вот стихотворение одно. Ну, я взял три куплета у него, они все по 9. Прочитай вслух. А там я определение читать будем? Да, верь, да. «Я с Моисеем на своей вершине, в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине, мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду, я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда, мой труд следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден, со с той стороны земли на все гляжу». То есть, Игнатьев себе своим воображением называется, оно тут есть, стоит. Виктор Николаевич Савченко исполняет, написал музыку. И вот здесь, ну вот это вот беру. Тут понятно, что за мной гонялись, как это концовка стихотворения. Всего 3, там 6 впереди куплетов-то. «Прощай, земля». Ну понятно, я умер. «Прощай, земля, азарт». Вот за это слово уцепились. Какой же вы верующий, если вы, у вас азарт есть? Ну я говорю, ну так. «Закон, ограда». Вот поставил Господь ограду, это закон дал. Тут надо понимать, от толкования Иоанна Златоуста. Вот. «Мой труд следы». Ну, я где шел, это как следы, там написано, под погротом, по лагам, отвалам, исследуют следы, это что я насчитал. «Мой бег, мое убежище с Давидом, за мной Доик, бешеный Саул. Они разведали, что я мед Акриды, а штаб-квартиры избран Барнаул». Штаб-квартиры избран Барнаул, это про меня писала газета в другом государстве, так скажу, где, в Киргизии. И вот слово «азарт» я начинаю теперь пояснять, как это выглядит. Вот прочитай, что в нем заключается. «А Иосон нещадно производил кровопролитие между своими согражданами, не размышляя о том, что успех против одноплеменников есть величайшее несчастье. И воображая получить трофеи как бы над врагами, а не одноплеменными». Вот подумайте, зачем я это представляю? У кого у них место говорит, теперь вернемся назад. Азарт. Вот что такое азарт? Сильное возбуждение, задор, увлечение. Работать с азартом. Ну а что здесь такого? Я действительно увлечен. Я на стройке работал, печник, плотник. У меня все время было первое место в тресте. 280-300% выработка. Это чего-то стоит? Да любой строитель скажет, это невозможно. А Бог это дает. Две печки от фундамента до трубы в один день выкладывал. Дальше. Страстный и увлеченный, делающий что-нибудь с азартом. Огромное желание достичь успеха в поставленной цели. Что тут плохого-то? У азарта есть другое значение. Азарт вызывается задачей, которые надо выполнить, препятствием, которые нужно преодолеть. Работа с огоньком. Видите, что означает это? И поэтому, ну, вот в начале дела, допустим, я вчера говорил, горку сделали, мне понравилось. Я говорю, не вперед дальше, еще вечернее время, успеем вторую горку сделать в соседнем дворе. И что бы я ни делал, всегда так, с азартом.
Люди идут по тротуару, и ветки мешают где-то. Я пришел, сказал брату, лестницу взяли, вечером стемнелось. Мы ножовку в руки и пошли с таким азартом, там, я не знаю, до трех, может, ночи. И полностью, что государство, есть организация там, Зелензор или кто там. И мы все это прошли, и теперь люди идут, все, то есть с азартом делать. Ночь, никого нету, и мы отдельно пилим где-то. Это ничего не значит. С азартом. Меня мама так учила. Ночь, работать некогда, а мы, луна, косим траву с азартом. Потому что слово даже гордость, мирские люди понимают не так. Мне пишет письмо мэр города, Барнаул. Барнаул Баварин Владимир Николаевич. Вот теперь этот дом, где я нахожусь, теперь я высудил. 11 лет шел суд. Государство мне должно было 11 миллиардов. Миллиардов. 11 лет шел суд, я его выиграл. И вот теперь, и он пишет, у вас теперь есть место для встречи и молитв. Желаю вам гордо нести это знамя. Там вы занимаетесь с преступниками, с детьми, детский лагерь. Все помянул. Мэр непростой, в десятку лучших мэров города, а там России входил. Он гордо сказал. Но он так понимает, гордо, то есть не склоняйся перед всякой мелочью-то где-то. И вот дальше. Это я объясняю слово. Посмотрите, что здесь есть. А вы сами найдите, почему я это сказал. Да, это местописание к слову азарт. Филиппийцам. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Не поясняю. Дальше. Иисус Новин. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стоит солнце над Гаваоном, и луна над долиной Ациалонскую». Это один раз в мировой истории было такое. Что дальше? «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». То есть вошли в азарт. Не могли остановиться. Рука прилипала к мечу в полной крови. Вот я к чему говорю. Дальше. «А юным оставлю добрый пример. Охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы». Сказав это, он тотчас пошел на мучение. Мне это очень нравится. Или азарт был такой. Вот видите, это азарт. «Все, что не приключится тебе, принимай охотно. И в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив». И четвертое царство. «И сказал Господь Иую, за то, что ты охотно сделал, чтобы было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Вот это человек делал с азартом. Всех умертвил, 70 сыновей, голову отрезал, векуще сложил, и Бог одобрил это. «Непременно достичь вершины, а затем и более высокой. Катушки, запись». Это я как раз говорю, вершина достичь, катушки. Вот я начал, охота была насчитать в Библии. Насчитали, да как, 250, две дорожки на скорости там 7, ну там, ну, минуты какие-то. А потом-то у меня на одну катушку 375 метров ходило 8 часов 20 минут. А потом 521 метров катушки были, ленты магнитофонные, 12 часов. И я насчитал, вошел в этот азарт. 50 книг почти, Библию, Архипелаг ГУЛАГ, 12 томов Златоуста, 12 книг Жития святых, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Дьяченко. Это все на нашем сайте. То есть, вот я что имею в виду. Непреклонность. Так. «И в работе, и в стрельбе, и в изучении языков внутренний огонь и желание достичь большего». Ну что, у меня такое было. В работе, значит, на первом месте, в стрельбе. То есть в армии когда был, ну я просто любил стрелять. И вот 99, наконец добился 100. Стрельба и 100. Ну, кто в армии был, знает, что 100 и на каждом занятии 100, это без оптического прицела, это снайпер. Достичь этого. Вот это делать так, отец Сергий у Толстого, там написано, я оттуда взял. И в изучении языков. В школе не было иностранного языка, я просто говорю о себе, что мне слово это пояснить. Я уже когда обратился, я одновременно занимался на 7 языках. Беседовал с людьми, с англичанами, с немцами. У немцев в собрании говорил на немецком языке самостоятельно, проповеди. Дальше. «Иеремия. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Но... Теперь прочитайте. Дальше, прочитайте. Не будем считать, вы сами прочитайте.
Что он означает? Теперь Антоний Великий, считай. Антоний Великий, подвиги, как молодой, выше и выше, обогащение, удвоить. А вот когда обогащение у человека есть какое-то, и удвоить. Понимаете, понимаешь, что это за этим стоит? Как это интересно. И дальше какое? Спиря и Миша, братья Бондаренко. Так, братья Бондаренко написали книжку, и там про разные звери. И у медведицы там было два сына, Спиридон и Михаил. Она назвала их так. Но это образ для человека. Но Спиря, он все учился делать. А Миша любимец у матери был. Он лежит и Спиря, мать скажет, там сегодня день такой, надо меду достать. А мед это пчелу. Мам, ну пчелы в прошлый раз искусали, глаза ничего не видят. А Мишка, он лежит, он какой толстый стал. Что ты, Спиря, он больной. Вот она его приучила к этому. И когда мы прочитали, это наши домашние, все стали меня Спирей звать. Минуты одной нету. Бог просто дает этот огонь на всю жизнь. И вот этот Спиря, и жену такую же нашел. И вот он все сделает, и жена, а уже сегодня среда, воскресенье скоро. Надо людей будет собрать, друзей. Готовь пироги. Она квас умеет у меня готовить, пирожница известная, все. А Миша лежит, и жена такая же. Воскресенье скоро, кому мы пойдем в гости? Вот бы наисти досыта. То есть, где огонь? Где азарт? А если на каждом повороте засеять, поворот какой? Вот делаю одно, пленки были, арестовали. Вернулся, этого нет, начинается другое. Меня опять остановили, опять на любом повороте. Засеять и занять такое поприще, которого не сделает больше никто. А почему вы так думаете? Я не нахожу нигде больше об этом. А что нужно делать? Работать. Вот у меня сейчас желание услышать голос людей, которые говорят, что необходимо это все озвучить. Вот Библия насчитал, она насчитана дважды. Та уничтожена, потом на компьютер. Но стали просить с толкованием, то у нас том первый и третий, трехтомник. И пришлось нам насчитать Матфея и Откровение. Это 87 примерно роликов сделали. Они тут же на нашем канале стоят. Теперь о житиях святых, 12 томов. Показать, какие я давал ответы в университетах. Получилось больше 100 роликов. Они во всех книгах рассыпаны ответы, пришлось собрать и насчитать. И сейчас насчитать книгу «К истинному православию». Я попрошу, ответьте, надо или не надо это делать. Это вот утренние вот эти отчеты я включу. И думаю, в течение там, полмесяца мы их насчитаем. Ну, может быть, больше время. По теме. Какие там крещения, покаяние, дисциплина, там против табакокурения. Иные говорят, считать нет возможности. Садишь дорогой, включил, и наушники надел и слушай. Да еще и посмотреть можно. Надо ли не надо насчитывать? Ответьте. Даш. Иисус отвечал, а мне беса нет. Но я это третьи кавычки открыты. А я сейчас скажу, откуда это считай. Прошедшим летом Свято-Троицкий монастырь посетил Игнатий Тихонович Лапкин, редкий по своей одаренности и самобытности проповедник, являющий собой как бы живую иллюстрацию к жизнеописаниям отечественных подвижников 20 века. Кавычки закрыты. Дальше. Предлагаю вам беседу Игнатия Тихоновича с насельниками Свято-Троицкого монастыря, которые мы приводим с некоторыми сокращениями, по возможности сохраняя живую речь этого замечательного человека. Я из моих слов вот что взяли. Мы стоим на самой грани, а Россия на дне пропасти. Я сказал, будущее России во свете Библии и святых отцов. Там были китайцы с переводчиками, все. Где это было? США, Джорданвиль, Православная Русь, номер 22-92 год, страница 6-8, номер 23-92 года, страница 5. Вот откуда. То есть, ну, Господь так делает, говорит, а вот как деньги? Сразу же, только я говорил, сказал там слово, подходит один и говорит, а вы возьмете у меня деньги? Ну, что за деньги? Ну, доллары, я выпишу чек, выписывает на 5000. 5000 долларов, это, ну, деньги, учитывая, что у меня 5000 рублей, пенсия бомжа. Это Бог делает, у меня даже такое было, деньги нужны, и соревнуются, от кого я возьму. Это Бог так делает. Первый раз я пришел, не мог я зазомбировать всех, как недруги говорят. Гуру я там или кто, ну, вот, только кончился, и сразу человек подошел, так не один. Дальше. Самый скупой из них был архиепископ там, Лос-Анджелесский, Синкевич Антоний. Говорит, мне сказали, говорит, там снега не выпросишь зимой. И вдруг приходит, я говорю, мы сейчас с ним беседовали. И вдруг он повернулся и пошел, и выписал чек, снял свои деньги, отдал мне.
Да как это может быть? Понятия не имею. Я просто беседовал с ним. Архиепископ. Самый строгий был. Никакого соединения с Московской патриархией нет. Я ему давал свои материалы к истинному православию. Они были еще в этих в отдельных листках. По теме выходили листики. И он говорит, я все одобрил. Дальше. Владислав Марущак, нелегко следовать за преподобным Симеоном в таком беспощадном покаянном реализме, в кавычках. Но в этом смысл его пути. Именно так встретился с Богом он сам. Не все понимали Симеона, и при жизни, и вплоть до нашего времени. На него возводили и продолжали возводить самые разные обвинения. Так, понимаете, вот почему мне он прислал этот Марущак? Потому что это во мне, это на мне. Всякие разные обвинения, то другое, это все пройдет. Подыскивается, где был там, ну, просто все. Вплоть до того, у меня ночевали, какая постель. Вот, ел, что даже это все обсуждает не так. Где-то что-то сказал не так. То есть, подыскивается. Расследование жизни до внутренней, до самой. Ничего, все это пройдет. Вы потом покаетесь, и будет по-другому. Дальше. Да, неподчинение церковной власти. А на меня, а то, конечно... Правильно. Богословское невежество. Правильно, ничего не кончал. Излишняя утонченность духовных созерцаний. Видите, о чем говорят? А что вы видели? Это обольщение, прелесть гордыня, гордыня, прелесть, прелесть, гордыня, гордыня, прелесть. Несвоевременная ревность по Евангелию или модернизм. То есть то в том, то в другом. А вот эта экономия, эпитемии нигде нету. Я за это бьюсь, чтобы каноны должны работать. Это все в это входит. Но никто не усмотрел у него неправославие или неправомыслие. Никто. И наш епископ был, Евтихий Курочкин, 13 лет. И вам говорит, Игнатий, никогда не обвинить в неправославии. Он суперправославный. Вы прислушайтесь, не тратьте зря на меня время, занимайтесь. Если нападает, я уже знаю, ему некогда. Рыскают, выискивают там где-то. Не молитесь. Если бы вы молились, у нас времени не было. Тем более, если вы носите ризу. Вам отвечают за каждую душу. Одна по вашей небрежности погибнет. Златоуст говорит, вам жизни не хватит все рассчитаться, о священники. Дальше. Он неизменно оставался прежде всего христианином-максималистом. Вот где. Что значит азарт? Все свое существо, подчинившее одной цели, Христу. Священник Николай Солодов. Священник говорит, конечно, это патриархийное, говорят, это действительно так. Фанатик, экстремист. Вот представьте, экстремист, это обвинение тяжелое. И вдруг конгресс меня вызывает на все конгрессы, там съезжаются, где я выхожу с Библии, и первые слова говорю, я экстремист. И начинаю доказывать, большой президиум сидит. Я говорю, а кто не экстремист, это блевотина. Вот так вот осидели-то. А за мной другой выходит где-то, и все это маленько разъяснил. Я разъяснил, почему. Ни холодно, ни горяче. Извергну из уст. Поэтому, если не экстремист, то ты вообще никто. Симеон Новобогослов. С того времени люди крещаются в воде, погружаются в нее и вынимаются из нее три раза. Три раза. Не скамейки моет, как один тут суеслов говорит. В образ тридневного погребения Господня. Ну скамейку ты помыл, какое погребение-то? Почему церковь установлена? Три раза это нету, ни в Библии, нигде нет. Это 50-й апостольский псалом. Ну и святые все говорят, три погребения. Трижды. Ни разу сегодня нету. Нету. Если даже один раз погружение, и то извергается из сана. А здесь ни одного нету. И обливания никакого нет. И после того, как они умрут в ней всему этому злому миру, в третьем вынутии, то есть, когда вытаскивается из нее является уже живыми, как бы воскресшими из мертвых. То есть души их оживотворяются и опять приемлют благодать Святого Духа, как имел ее и Адам до преступления. Вот так. Его и пьют кровь его, и посредством освященных хлеба и вина соделываются сотелесными и сокровенными воплощимуся и принесшему себя в жертву Богу. После сего уже невозможно, чтобы над ними господствовал и таинствовал грех. Тиранствовал. Что тут так? А я что сказал? Тиранствовал грех, яко над богами по благодати. Симеон Новобогослов. Ну, откуда знает? Понятно. А почему, говорит, верующий в Сына Божия не грешит? Иоанн пишет в первом послании. Попы не слышат этого, как грешный грешный, супергрешный. Не грешит. Лукавый не прикасается. А почему они не верят? Да потому что под лукавым находится. Лукавый ими крутит, вертит. Перед архиереем спираль завиворачивается. А где-то на кого-то нападает, грызут до смерти. Юрий Соболев. Три плюсика. Светофильтр. Мир вам, Игнатий Тихонович и братьям. Сегодня смотрел ролик ваших занятий в трапезной. И такой вопрос появился. В книгах ваших есть фото того времени, когда вы вели занятия в университете. Там из-за трибуны с Библией в руках.
В каком формате вы проводили те занятия? Судя по всему, он, наверное, был больше лекционный. Вопрос. И еще. Темы были определенные или последовательное изучение Библии, как обычно, стих за стихом? Может, на форуме уже есть ответ, но я не встречал. Вопрос не праздный. Даю, думаю, многое можно было бы перенять. Я объясняю. Объявления давались. Народ приходил, списки составлялись, и на проходном пункте заверенные оставлялись. Если кто-то не так, вот приходит человек, от него, говорят, табаком пахнет. Я беседую с ним. Так, курить не надо. В этот день старайтесь не курить, чтобы от вас не был запах. Хорошо, приходит опять тот же. Все, мы отказали ему и вычеркнули на проходной, его больше не пропустят никогда. А что так строго? Ну, это он должен с собой смотреть. Потому что курить, а он курит в туалете, а там надписи «Курить нельзя». И что теперь, мы попадаем все под этот нож? Зачем нам это нужно? Дальше. Курс 4-5 лет. Проходили полностью весь Новый Завет по нашему трехтомнику. Толкование блаженного Феофилакта плюс противосектантские материалы по второму тому «Открытым оком». И всего Ветхого Завета «Песня песней». На каждом занятии ответ на все вопросы, подаваемые только в письменном виде. Строгая дисциплина. Начинал всегда с пения молитвы Царю Небесной. Затем читал молитву и начинал разъяснять эту молитву Царю Небесной. На желобке внизу грифельной доски, где мел, там стояли три иконы. Все просто и доступно. Вначале без перерыва было 2 часа, но затем стал делать перерыв. Ну я тут не написал еще, что это дважды в неделю по 2 часа, вторник и пятницу. Юрий отвечает. У нас тут именно так и получается, именно с 15 октября и по май десятки слушателей не дадут сорвать совпадение. Думаем начать разбор бытия. Деяния с одной группой закончили. А почему рекомендуете «Песни песней» из Ветхого Завета, Игнатий Тихонович? Ну, во-первых, таинственная книга и слишком возвышенная. Церковь приняла ее в канон. Тем более, вот сказать даже так вот, какие, говорят, у вас преграды были? Я вообще не знаю это слово «преграды». Бог. А с Богом все. И вот «Песня песней» нигде толкования не было. Нету. Я везде расспрашивал и вдруг услышал, что есть у лютеран. И теперь я иду туда, знакомлюсь и наконец узнаю. Они говорят, да, есть такая книга. Но она готическим шрифтом написана. У ней первая страница отсутствует и последняя. Почему, не знаю. Говорит, но она в другом городе. Упросил, чтобы прислали. Действительно так. Я немедленно сел за язык, восстановил его и начал переводить всю книгу. Перевел. Но там не православная, я тоже знал, как это. И поэтому по этой книге вел занятия неоднократно. А теперь вышла книга, я называю книга «Столетие». Именно «Песня песни» отца Геннадия Фаст, магистра богословия Московской патриархии. Он по всем святым отцам графики составляет. Ну, такой полноты никто и не знал даже. Он составил «Песня песней» Геннадия Фаста. Владислав Вовк. Вопросов много, хотелось, конечно, вживую. Вот и собираемся в экспедицию к вам в Барнаул в середине апреля. Из основных вопросов это апостольская преемственность, поклонение Богу в духе и истине и ваша духовная практика. Ну и просто очень родное вас я вижу и чувствую. Вот и почитаю за честь свидеться с вами, если примете. Ни еды, ни крова, я и мой товарищ не спрашиваем, только общение. Сколько вы делите? А летом я не могу. Летом у нас такие же лагеря для детей, подростков и молодежи. Я отвечаю. Я уже говорил, что в апреле это совершенно невозможно. Путь закрыт для всех в связи с распутицей и невозможностью добраться. Вот завтра поговорим по скайпу в 6 утра по Москве. Это сегодня вот уже будем и разговаривать. И принять не можем. Ну, просто не можем. Да и нужды никакой нет, если приехать. Нам лишний человек просто мешается и тягота от этого. Теперь еще один человек. Я уже скрываю, нельзя говорить, потому что мои недруги, они гоняются за ними, начинают заливать грязью всякую скверну, говорят, и вас бес, как в Лапкине, бес. Беса во мне нет. Я что, отца моего, а вы бесчестите меня? Вот это написано, 8 глава, 49 стих Евангелия от Иоанна. Они бесчестят зря. Я прячу пока этих людей. Кто-то пишет, именно так. Если можете, оставьте для меня остальные. То есть речь идет о книгах. Получил 5 книг, ну скажу, в Америке или здесь, в разных странах где-то. Вот. В течение лета за 2-3 раза постараюсь купить. Человек священнослужитель уже и дальше. Нужен ваш совет. Меня могут рукоположить во священники. Но что сможет сделать молодой священник с системой, с произволом?
Получается, что надо бороться и противиться церковной власти начальству с первого дня. Либо сделаться стопроцентным жрецом и лицемером. Как быть и вот что делать? Вот это уже понял, это уже сдвиг. И очень хорошо. Я ему отвечаю. Шестой Вселенский Собор, 14 правило богоносных, отец наших, да соблюдается и всем. Дабы его пресвитера прежде 30 лет не рукополагати. Если бы человек и весьма достоин был, но отлагати до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет. Да не поставляется ни кесарийское 11-е, картагенское 22-е правило. 15-е правило. И по диакон да не поставляется ни прежде 20 лет. Да поставляется. Да поставляется. Не прежде 20 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Понятно. Да будет извержен. Стоглавый собор дважды повторяет, и за ним следом в 21 и в 23 года рукополагается Аввакум и Никон. И это вот абсолютно везде нарушается. Некоторые даже епископы, как современный патриарх Кирилл, до 30 лет даже епископу рукоположен. Зачем? Какая экономия-то? То экономия, вот нельзя на женщину на абортницу 10 лет, иначе она не будет ходить, и прочее. Ну здесь не, даже слово экономия нельзя подставить-то. Не экономия, а рога против канонов, против всего, безбожества. Дальше. Владимир Пащенко. Это он мне скинул. Святой Иоанн Златоуст к епископу Евлогию пишет. Хотя бы нас удалили на самые крайние пределы вселенной, и тогда мы не могли бы забыть любви твоей и унесли бы... Ну дальше, дальше прочитайте, о чем он говорит. Вот посмотрите. Какие слова находит, говорит, о, куку сослали. Дальше прочитайте вот это место. И он там понял, что нужно заниматься благовестием. Дальше, святой Иоанн Златоуст образовал в Константинополе общество монахов из готских уроженцев, которые под его руководством приготовляли себя к миссионерской деятельности между готами. Это кто? Монахов! Вот о чем я говорю. Я за монашество одной рукой и другой, всеми десятью пальцами. Вот что нужно делать. Но он понял-то уже тогда, когда веревка была на шее. Вот что нужно делать-то. И представьте, монахи, я повторяю, у одного Пахомия, 11 тысяч мужиков и ни одного миссионера. Как у старообрядцев, у них даже говорить никакой миссионер. Зачем? Лежало до нас 1000 лет, пусть дальше лежит. Вот оно, дальше прочитаете о чем. Прочитаете. И дальше. Между тем, святой Иоанн Златоуст был осужден церковным судом и низложен. 47 епископов против него. А что тут про меня-то говорить? Его не православие. В блуде обменяли. Он говорит, ну тут-то проще проверить. Вы меня разденьте и посмотрите, гоже я для этого или нет. От юности оскопленный-то. Ни перед чем не останавливались. И дальше. Отлучение и осуждение его должно было быть признано и готской церковью. Вот задача какая. Об утверждении которой он так отечески заботился. Тем более, что готские миссионеры, более или менее долженствовавшие состоять под ведением константинопольского епископа, должны были, следовательно, действовать по указаниям епископа Арсакия, преемника святого Иоанна Златоуста. То есть, что они должны были против него учить, когда он их поднимает. Ну, дальше прочитайте все. Вот оно где. Прочитайте. Ну, и здесь последнее. По крайней мере... Принимая такого рода сближение выше изложенных отрывочных исторических указаний, можно ясно определить смысл недоговоренных выражений, как в этом, так и в предшествующем письме. Дальше. Сергей Большаков. Благодарим вас, Игнатий Тихонович. Книги уже читаем. Очень рады, что так быстро дошли. Помоги вам, Господи, в ваших трудах ради спасения душ наших. Спасибо, каждый Христос. Должен прислать две фотографии с книгами. Но сейчас я покажу фотографии. Дальше. Роман Кучма. Спасибо. Глаза открыли. Несколько лет растил волосы. Завтра постригу. Постригу. Вот так. И дальше. Ника Класс. По поводу причастия. Это точно. Батюшка прямо силком заставляет причащаться. Силком? Говорит, что раз в неделю надо обязательно причаститься. Но это что? Когда это было? У русских всегда было 4 раза, 4 поста во великие посты. Гавелий, Достоевский об этом пишет. И дальше. Даже и такое наблюдается, что человек зашел и не успел на исповедь, или вообще не знает, что такое исповедь. И батюшка прямо перед чашей во время причастия накрывает его епитрахилию, тут же причащает. Что же будет дальше-то? Если такие страшные последствия, недостойно причащаемся. Но это не я выдумываю. Это уже люди пишут и понимают, что что-то делается не то.
Я сейчас покажу некоторые фотографии. Это просто необходимо увидеть. Вот. Что тут? Сегодня прислал один. Вот, получает эти книги. Еще наткнуться на него, будет преследовать. Это наши книги. Он. Ну и что? Ну теперь мы должны закрыть. Открыть другой. Вот. Это с другой стороны. Это из разных стран. Видите, как получает книги. Ну, тут еще... А, это другое. Это не к этому не относится. То есть у меня целая здесь папка для них. Кто получает и присылает фотографии. Это довольно интересно. Ну, а теперь посмотрим, что у нас есть. Ну, а тут просится один, а фотографий нету. Что ему? Отклонить. Друзья не принимают, только фотография должна быть большая, и глаза было видно. Вот у нас один. Говорит, а что это за такое? Это вот фотография моя, мне 23 года, когда я обратился. И Сергей Козлов, видите, как я сделал? Она там помятая была, синяя, он все убрал. Вот стихотворение где. И вот здесь у нас теперь идут что? Во свете Библии сайт. И вот здесь вы найдете все буквально. Вот к истинному православию. Я его открываю. И вот какие темы. Прочитайте. Это мы тогда озвучим. Надо ли это здесь разобрать? Прочитайте просто потом. Посмотрите. Ну, большую часть из этого можно. Вот так. Если только благополучно будет. Мне хочется получить ответ. Это наш видеоканал. Зарядите просто православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии», и сразу его найдете. И вот здесь, если нажмете «Главное», то откроется одна строка вот «Жития святых». На каждый день, какие жития святых, это до 80-го года, в эти годы я насчитал. И нашелся человек добрый, который сейчас их оформляет, иконами находит, и это большая работа. Это не просто так. Ну а теперь прочитаем, что ко мне поступило. Вот вчера поступило, еще здесь ничего нету. Поэтому случай. Что случай? Пустое, ничего нету. Дальше. Слеза северного сияния пишет. Игнатий, здравствуйте. Если у вас будет время, помогите, пожалуйста. У родного брата моей супруги на ноге высыпала, в кавычках, рожа. Он ее... Бабки высчитывает и просто. Да я же не врач. Рожа-то, ну... Прямо и обращается с какими просьбами. Да поможет Господь и сделает, как ему угодно. Зовут Владимир. Ладно, дальше. Наталья Жарова, приветствую, прошу прокомментировать данную информацию о тайном международном меморандуме, так как не нашла в вашей страничке ничего на эту тему. Ну что там есть где-то? Я не могу это делать. Это надо просмотреть, потом комментировать. Сейчас просят за отдельные фильмы, присылают отдельные книги, за день только несколько. Ну не могу я это сделать, не могу. Не считал и смотреть даже не буду. Ну посмотрите кто-нибудь, возьмитесь, высветите, вот оно его видно. Дальше. Елена Гурьянова. Правда ли, что христианство является созданной евреями религией для порабощения народа? Ну, дальше посмотрите. А у них, как правило, мы не рабы, рабы не мы, самые рабы. Свободны от праведности, как Павел говорит. Прочитайте. Вова Кутин, Тернополь. 97-й год рождения. Здравствуйте, Игнатий. Я живу в Западной Украине, но не могу жить в предательской стране, ибо я истинно верующий православный христианин. Крещен по чаеве. Хочу вас спросить, как можно уехать в Россию без загранпаспорта? Уехать я маю куда? То есть есть куда. Вот только не знаю, как мне уехать из этой ничтожной страны, которая предала Бога. Вместо того, чтобы воссоединиться с матушкой России. Наш народ лезет туда, где ему никто не рад. Помогите, пожалуйста, советом. Совет один. Сиди на месте. Сила ваша сидеть на месте. И полюби Украину. Полюби, молись за нее. Мы молимся здесь, в Сибири, каждый день. Молимся за Порошенко Петра каждый день. А вы там и смирите себя с этим. Никуда не надо ехать. Только хуже вам будет. Мой ответ такой. Полюбите прекрасную Украину. Чудесную Украину. Наталья Владимирова. Здравствуйте, Игнатий. Как вы думаете, все невзгоды и трудности не просто так для нас? Нас так обольстили и приручили к этому потребленческому миру, так присадили на все это новое с рекламой продвинутое. Сколько мы денег им за это оплатили, а они смеялись и обогащались, а теперь сильные мира сего, в кавычках, решили нас дальше удушить. Только они сильно просчитались, ведь теперь у нас прозрение и презрение к всему ихнему. Я имею пока все житейское, посуду, давно мою хозмылом, стираю тоже мылом и руками, еду берем самую простую, и то стараюсь у бабулечек на рынке.
Вещи все штопаем, вяжем руками и так далее, довольны тем, что имеем. Так что не получится к ним, к них у нас поработить. Ведь так вот только бы веру нашу православную не трогали. Душа без Бога умрет, так что мы выстоим. Как вы думаете? Ну а что думать-то? Жить надо. Я всю жизнь так и жил. Зарплата на зарплате. Какая разница? Мне это нравится, как у Пахомия. Братья решили ему заменить одежду. И он полдня после стирки искал, они истомились. Новое не берет никак. И говорит, верните тогда старое. Ничего не получится. Но я так и живу, мы нигде не платим ничего. 5 остановок, если был автобус, я ходил всегда пешком, 3 копейки сохранить. Вот так. Это правильно, что дошли наконец до этого-то. И ничего отравлено не надо брать. Все эти порошки выкиньте. Ну, тут один пишет много, я не могу это показать, просто зайдите, посмотрите. Это по поводу еврейское... Ну, по поводу что-то, вот смотрите, вот какие данные. Это все ролики, я должен посмотреть. Давай посчитаем, сколько он роликов послал. 2, 3. Вот это 4-й ролик. 5-й ролик. 6-й. 7-й. 8-й. 9-й. 10-й. 11-й. 12-й. 13-й. 14-й. 15-й. 16-й. 17-й. 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й. 35 роликов мне надо посмотреть и дать ответ. Ну понимаете, что 35, а мне может 35 минут уже нет. Вот что он пишет. Видите? 35, ну давай посчитаем, что еще. 36. Православный христианин, это другой, наверное, жидобольшевистский. Это не все еще, давай. Это я должен посмотреть и дать ответ. 36. Вот сейчас посмотрим. Это, видимо, ролик. Ну да, ролик здесь. 36. Ну это как проявится. 36. Вот здесь 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 79. Ну, на 79 я не смогу, наверное, сегодня ответить. Уж подождите маленько. Ну, что сказать? Вот видите, какие у вас запросы. 79. Не могу сегодня ответить. Давайте другое посмотрим. Это я беру, из что у меня из старого было. Хорошие отношения были со Скуратовским Виктором из Америки. Вот этот, просто зарядите его. Как он называется? Так и называется, Скуратовский Виктор. Вот. Дальше. Админ пишет, видео толкование. Такое. Дальше. Так, на Алтай приехал человек, выдающий себя за монаха неизвестного Афонского монастыря. Как выяснилось, ранее он был осужден за кражи в 2006-2009 годах. Находился в розыске правоохранительными органами. По данным ОСК, Федерации МВД России, Кориков С.А. был осужден 27.10.2009 года Белоярским народным судом Тюменской области по статье 158, часть 2. В статье 69 2 УК России на 4 года лишения свободы. Сведения об освобождении отсутствуют. Впервые лжемонах был замечен в Покровском кафедральном соборе города Барнаула. Его также встречали и в других храмах епархии. Прихожане рассказали служителям, что видели некого священнослужителя в питейных заведениях, а иногда в храме он находился в состоянии алкогольного опьянения. Братья и сестры, будьте бдительны и осторожны, вы можете легко стать жертвой обмана. Ну, так или не так, это не знаю я. Я был в Новосибирске, приезжаю домой, а комната 12 квадратов всего только. Но у меня жена, и там Валя была, Конева. Они приняли какого-то, и он из-за шторки выглядывает там, глядит где-то. Ну, поговорили маленько, он застал. Я рогалики люблю, я вот врач, я лечу от алкоголизма. Бабки к нему лезут, деньги. Я даю такие лекарства, его, говорит, винтом закрутит. Я говорю, так он же умрет. Нет, и потом его винтом раскрутит обратно. Патриарха Пимена лечил он. Ну как же его проверить? Я говорю, ты мне помоги. Мы в церкви работали дворниками. Снег кидать-то. Он никак нету. Стоит в храме. Стоит. И бабки к нему идут, прямо лезут-то. А я взял фотографию Луначарского. Маленькую такой наклеил. И он сильно похож на него. И я подошел, говорю, вы не знаете вот этого человека где-то? Он не разобрал там полусумрак. Я говорю, в милиции разыскивают такого-то где-то. Так он вышел и... Через забор перепрыгнул, и больше его никто не видел. Через забор. И духу не было даже. Вот и все.
Ну, я еще скажу, ну, вид-то смотри какой. Другой здесь приезжает у нас, Тимщикова Ксения Ивановна, заезжал митрополит, там, с крестом, и все, разобрались. В нашей соседней деревне из-под Степны митрополит. Такие есть. Ну, и мне говорят, что... Ага, а дальше-то что, вот? Вы не его хоть привезли-то нечаянно? Когда мы ездили в Благовестие, и вдруг видим, у дороги стоит человек, одетый у него подрясник, и женщина рядом. Уже проехали. Я говорю Николаю Кручи, Николай Павлович, сдай назад. Сели вы далеко, а нам надо в Барнаул. В Барнаул, так наша машина в Барнаул. Садитесь, они сели. Ну, я начал беседовать. Батюшка то другое, а он говорит, я участвовал в коронации императора российского. Сейчас император России есть еще один, там, Михаил какой-то. Ну, я ему стал говорить, я говорю, у Галатов вот написано, он считает Галатов, ищет среди книг Моисеевых. Он не знает, где еще написано-то. Я стал говорить ему, как матушка взыграла, вы унижаете батюшку, вы это не верите. Я говорю, вам деваться некуда. Если вы сейчас выйдете от нас, бросите, то вас никто не повезет до Барнаула-то. Вам придется меня терпеть уже здесь. И вот дорога ехали, 1300 километров, бесплатно их привезли. И тут расстались, но я их сфотографировал. Сфотографировал, о нем у меня есть. На этого не похож. Он Сергей, она, кажется, Светлана. Тут на видео тоже говорят, что зашел на Спартаке в алтарь, сказал, что батюшка, попросили читать благодарственные молитвы, оказалось, что он их не знает. А вы как-то как раз кого-то в Барнаул до Спартака везли. Так и есть. Потом этот, что на фото рядом со Спартаком, постоянно в кафе пиво пил и всех благословлял. Ну откуда я знаю? Но тот, за ним ничего не было замечено. В городе один раз видел, он так шел энергично, вот, высокого роста. Фотографии мои тут стоят где-то. Ну вот и все. Что-то мы увидели здесь. Еще там что-то. Так, а? Четвертая страница еще. Четвертая открываю. Вот. Здесь тут православные и баптисты. А так кто? Православные баптисты. Вот тут. Скуратовский. А вот он как раз, Скуратовский сидит. А, Вот у нас было, это он прислал. Благослови его, Господи. Скуратовский, Виктор США, разговор по скайпу. А там мы с ним опять разговариваем. Вот какие времена были добрые. Ну, вокруг измена, трусость и обман. Дальше. Скайп с Кальмай Михаилом, Тимиртау. Видите, какие старые. Дальше. Всякие гороскопы – это прелесть от сатаны. Будет только то, что Господь Бог назначил, а не звезды. Вот что говорит нам Святая Библия, Слово Божие, Священное Писание. Дальше посмотрите, какие ответы даю. Слава Иисусу Христу! Проверка, как у меня дела. Вот места Писания. Вот посмотрите, я дал, а вы прочитайте. Вот и все. Дайте, что пишет? Геннадий Тихонович, здравствуйте. Максим Внука, скажите, пожалуйста, в Ростовской области, Ростове-на-Дону, есть общины, с которыми вы поддерживаете связь, разделяющими ваши взгляды? Нету. В Ростове-на-Дону областной библиотеке есть наши книги, можете сходить, ставка наша была в 2013 году в шахты, знакомых никого в Ростове нет. Жаль, но ничего, книги скачать с вашего сайта уже читаю, не могут оторваться от вашего видеоканала. Это просто чудо Божие, что он открыл мне ваши труды и дал то, чего я искал более 10 лет. Нашел вот через ЖЖ от отца Андрея Курава, низкий вам поклон. Игнатий Лапкин, самое ценное, вот, я так вот думаю. Вот я подсказываю где. А дальше один тут говорит, Максим Внуков, вот где. Игнатий Игнатьевич, мир вам. У меня к вам два вопроса. Если возможно, подскажите, пожалуйста. Первый, мы с супругой венчаны в браке 9 лет. До сих пор у нас нет детей. Жена очень печалится по этому поводу. Предлагает усыновить ребенка. Я дал ей на это согласие, только ради нее. Какое ваше мнение в этом вопросе? Какого вообще отношения к усыновлению? Второе, какие из ваших книг вы посоветовали приобрести для новоначальных? Спасибо. Теперь я отвечаю. Эти Лапкин, доброе дело усыновить сироту. Но на это нужно иметь хотя бы самое незначительное указание от Бога, потому что не знаешь, чей это подросток, можете потом всю жизнь страдать и раскаиваться, или вы желаете сдать обратно это горе. Я был в лагере для заключенных, за Слово Божие, и там бросают рожденных преступниц, а из охраны или из администрации, как бездетные, берут их, дети растут нормально. Ну вот им исполняется где-то около 16 лет, и в них как демон вселяется. Бегут из дома, крадут, ведут домой уголовников. Просыпается их природное, что в крови. Так что смотрите, чтобы не обжечься и не сгореть. Что не детей, о том не нужно скорбеть. Имейте чад духовных, рождая их благовестием. И лучше бездетность добродетелю, ибо память не бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Серахов, лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Горе же беременным и питающимися овцами в те дни. Горе беременным
Куришь же беременно питаешься в те дни, ибо велико будет бедствие на земле, гнев на народ сей. Будет смятение во многих местах, часто будет посылаем с неба огонь, дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их. А вот насчет книг моих. Тут все мне дороги. Вершина всего это новый завет толкования блаженного Феофилакта. Для слова Божия нет уз, к истину православие это главные книги. Дальше. Ван Ермоленко. С праздником ведения во храм Пресвятые Богородицы и Пресной Девы Марии. Теперь я отвечаю. И вас также, что такое послушание? Надеюсь, но послушание твое. Я написал тебе. Дальше прочитайте. На послушание строится добро и злодейство. Какие послушные были гитлеровцы, большевики, киллеры всех веков. Но Бог дал человеку свободу, и эта свобода начинается в свободе духа, в разуме, чтобы ты мог избрать и принести послушание в здравомыслии Богу. Если же свет евангельский погашен, то отдающий приказания делается орудием дьявола, а исполнитель следует за слепцом, и обеих ожидает провал в ад. Самое преступное то, что этого послушания стали требовать во имя Христа, и всю вину за исполнение безумств своих теперь уже взвалили на Иисуса. Священное Писание учит нас иметь послушание Богу, и это вполне достижимо, когда душа возродилась свыше и движима Духом Святым. Все делает с любовью и самоотречением. Самоотречением. Вот выступают где-то священники, и вот перед ними все кружка такая, вот это у меня для голубей, это семечки. И все они хлюпают и хлюпают. Попросите, чтобы никогда перед вами вода не стояла. Это очень плохой признак. Признак. Это как будто палец на пальце, дайте, в этой в генском огне горят. Что такое? Я даже понять не могу. Вот я насчитал 2500 страниц, 2500 часов и ни разу не хлюпал. Зачем это нужно? Это неприлично. Это нехорошо. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. В монастырях шло часто извращение личности, и самые садистские замыслы без затруднений покрывались тем, что этого творилось якобы для послушания Христу. Бездумность, полное выхолащивание мысли приводило к бегству из монастырей, ярому бунту, так что игумену приходилось спасаться к бегству или погибать. Римлянам, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Видите куда, к смерти или к праведности? Уставы повелевали наказывать розгами непослушных. Это во всех уставах самых знаменитых монастырей. И самым страшным преступлением было бегство из монастыря. Равным ему было только сокрытие подготовки к побегу или заступничество за наказанного. Этих без милосердия предавали проклятию. Произошла подмена Царствия Божия монастырем, и воля Бога была полностью заменена волей, хотением начальника монастыря. Пахомий Великий так и пишет: «Всех зол хуже противиться воле Божией и угождать своему хотению». Это я у дверей стою, что? И поэтому всякое непослушание безжалостно как оралось. Человек мог прожить только в беспрекословном послушании любому эксперименту своего авы. Ну, ибо если через ангел вещенное слово... Да, и что дальше? Древние иноческие уставы. Где? Страница какая? Пункт какой? Страница 155, пункт 8. Вот посчитайте, если уставы не знаете, что такое монастыри. Самый тоталитарнейший режим. Это Освенцим. Считай. Кавычки открыты. Кавычки открыты. Теперь предложу о достопамятном деянии Авы Муция, который, когда отрекшись от мира, искал приятие в обитель, порождал за воротами монастыря в томительном страдании доли, нежели кто другой, и своим неутомимым терпением достиг того, что его сверхобычая киновийского приняли в обитель вместе с маленьким сыном, которому было тогда около 8 лет. Вот представьте себе, с отцом стоит сятель своим, он кормит его, заботится. Ну, жена, может, развелись или неизвестно. Когда они, наконец, были приняты, то тотчас были размещены в разные кельи и отданы под науки разным старцам, чтобы отец не помышлял, что из всего им оставленного у него остался, по крайней мере, сын, а напротив, чтобы, как знал он, что теперь уже не богат, так перестал сознавать себя и отцом. Что потом, если не обнаружилось, что в нем берет перевес кровное или сострадание, или повиновение самомерщлению, которое по любви ко Христу должен всему предпочитать. Нарочно оказывали пренебрежение к его детищу, одевали его в тряпки более чем в настоящую одежду, держали неумытым и нечесанным, так что взгляд на него мог скорее скорбь причинить отцу, чем доставить утешение. А где же любовь-то?
Это ради любви делается. Представьте, ребенок обовшивший там ходит, плачет, синий, посиневший от холода, подходит тетя, а он чебарничает, сидит, он даже не глядит, он не может понять, что такое. Это ребенок, 8 лет. Какие эксперименты в монастырях делаются? Это они похваляют, сегодня еще печатают. И дальше. К тому же часто и побои наносили ему. Вот это ребенок не виноват, но били его, чтобы крик был. Это не садизм, нет. А если котик ловит воробья, это садизм. Вот где лицемерие. И дальше. И отец своими глазами видел, что невинного малого бьют понапрасну. Он видел. И нельзя заступиться, иначе выгонят. Они экспериментируют, больше заниматься это нечем. Монастыри, монахи, считайте ваши уставы. Не я их писал. Я показываю, какой пункт, какая страница. Я занимался этим немало, не худо, несколько лет. Все до одного известные уставы, я их все прошел и сделал на них каталог. Несмотря, однако же, на то, что с сыном его так поступали каждодневно на глазах его, он от любви ко Христу Господу и добродетели послушания хранил сердце свое свободным от всякой тревоги и смущения. Это надо таким сделать, жестокосердным. Ни Бога, ни Духа Святого, ни любви, ничего нету. Авва, это главные изверги были. Ибо не считай уже его своим, после того, как вместе с собою и его принес в жертву Христу, и не на настоящее оскорбление его смотрел, а паче утешался верою, что они никогда не побывают переносимы бесплодно. Почему мало думал о сыне и в слезах его, а всю заботу обращал на свое преуспеяние в смирении, такое отрешенное настроение его ума. Да вот так, дальше. Несмотря, однако же, на то, что с сыном его так поступали каждодневно на глазах его, он от любви ко Христу Господу и добродетели послушания хранил сердце свое свободным от всякой тревоги и смущения. Он замечательно. Ибо не считал и уже его своим, после того, как вместе с собой его приняли жертву Христу, и не на настоящее оскорбление его смотрел, а паче утешался верою, что никогда не бывает переносим бесплодно. Да, это было. Да, дальше думал. Считай дальше. Где тут? Ну, почему вот мало думал о сыне и слезах его, а всю работу, заботу обращал на свое преуспение в смирении, такое отрешенное настроение его ума и сердца не могло укрыться от Авы Кинови. И он, желая показать твердость его духа, другим похвалился, какого нашел. В один день, когда сын его чем-то заплакал, как бы в сердцах на него приказал отцу схватить его и бросить в реку. Понятно, что плачет ребенок, он мешает монахам молиться. А любви какой нету, это эксперимент, это сегодня они печатают. Вы ничего не знаете, которые говорите монашество. Вот оно монашество, в полный рост. Дальше. Тот, как бы от самого Господа, прияв повеление, бегом побежал, схватил сына и на своих руках притащил его на край реки и бросил его в нее. Такова была горячность его веры и стремительность послушания. Ох как, это, вот понимаете, это не азарт. И утонул бы отрок, если бы наперед нарочно посланные туда братья и заботливо, обложившие берег речной, его брошенного уже не вытащили из глубины реки. Понятно. Ребенок в глубине реки поставили сеть и вытащили. Дальше это вранье одно идет живой. Да как он может быть живой, когда камни и прочее бьется? Послушание. Вот они чем послушание. Священники сегодня этим тешатся. Благословения не дам и до причастия не допущу. И сдохнешь под забором. Более жестокого придумать нельзя. Где это написано? Древние иноческие уставы, страница 572, глава 27. Ну и что? А мне на это говорят. Если бы вы не опубликовали, никто бы не знал. Вот особенно для изучения Евангелия от Марка. Ну дальше как изучать? Прочитайте вот здесь. Как образовывать курсы, общину. Прочитайте. Я пишу. Если у вас появятся какие-либо сомнения в том, годится ли это пособие для православных, то посоветуйтесь с рожденным свыше священником, любящим Слово Божие и Христа, явно водимым Духом Святым, или напишите нам, и мы постараемся разрешить ваше недоумение. Иван Ярмоленко, с Божьей помощью я добрался до места странствия своего, спасти Христос за теплый христианский прием. Так. Слава Иисусу Христу, Отцу поклон от всех нас. И дальше. Он передает поклон. Ну дальше, еще нет. Дальше. Да, тихо, растолкуйте мне сии слова, ведь мы должны стремиться в Царствие Божие, в свое Отечество, и аще возможно ближних своих наставлять на путь истины. В этом же нет эгоизма. Исправлять других мы не способны, но наставлять можем так ведь? Да. Растолковые слова не библейские. Считаю для себя не очень привлекательным делом, что бы ни сказал. А в ответ, как ты можешь в свои мысли вкладывать смысл сказанного не тобою?
Так что в лучшем плане сия означает, что своими силами ты и не думай кого-то исправить. Бог во всем Бог. Сила ваша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Ну и дальше, какие места Писания я провожу? Вот оно сколько, просчитайте где. Вот оно где. И дальше пишет. Теперь отвечаю. А, он отвечает. Мир вашей душе дать тихо начать. Ну дальше прочитайте, это много, потому что где он был, что, это очень важно. Тем более они были здесь, приезжали, ролики сняты. Теперь еще прочитайте это все. Мне говорят, вот это, благодарю Бога, что у нас в стране есть такой миссионер, как вы, что я многогрешный, с вами лично знаком и что являюсь вашим другом. Аллилуйя, пою Богу. Всегда рад вас слышать, дорогой Игнатий Тихонович. Ну, мне пишут теперь эти миссионеры-то. Вы только когда о вас говорят хорошо, никогда не публикуйте. Я пишу все. Я в прошлый раз объяснял, что такое старый мудак и как меня не называют. Ничего, ничего, пусть люди все это знают. Когда я освободился, то как я политзаключенный, то дело имею право затребовать. И мне дали дело. Я выписал самое поганое свидетельство обо мне. Вот сегодня хотел об одном деле сказать, интересно. Вот сидели, которые долго, ну, в тюрьмах, там, в лагерях. Вот посмотрите, какая биография у них. Вот у Александра Исаевича Солженицына, Шаламова. Вот поглядите. Кажется, все должно быть растерзано. Живут 80 больше лет. У этих все есть. И ничего нету, они умирают. И это я уже заметил не один раз. Вот у нас был тут священник один в Кытманово. Это Владимир Суртаев. И что-то он там как-то дом сделали. Так он перевел на жену, а занимался маркетанством. Маркетанством закупал скотину, там мясо продавал. И то ли денег не хватало, то ли что. Ну что-то они в этом обвиняли его. И подали на него в суд и посадили. Посадили, участвовали. Что интересно, дальше что делается? Я узнаю, а я в это время сотрудничаю с тюрьмой, в камере встречаюсь, узнаю, беру с разрешения, какие он там документы. Его сестра стала ходить на занятия в университет. Я иду к прокурору края, генерал-лейтенанту Пороскуну, и ходатайствую за него. Ему срок скостят, и он выйдет. Я умоляю епископа, Антоний Масендич был епископ. Ну, простите, все уже забрали дом, вернули машину, он отдал. У него ничего уже нету. Ну, по ходатайству, чтобы освободили. А пусть сидит, будет знать. И что дальше получается? Кто участвовал в этом деле? Что интересно, это связано с деньгами. Амосов, отец Симеон. Барнаульская епархия. Его внезапно убивает шофер. Антоний Масендич. Внезапно умирает, 41 год. 39 лет, кажется, было. Капранов, Дмитрий. Он здесь в Заринске был. Внезапно умирает. Отец Михаил Капранов, это протоиерей очень известный, такой он друг писателем и проще-то, тоже внезапно умирает. Все, чисто. А тот освободился и бросил поповство и работает. У него какая-то там фирма «Красный дракон» у попа. «Красный дракон», он кует из железа разные, да, в КГБ там, это ограду и прочее. Хорош, приходил к нам после освобождения и молился, ну, просто в форме так. Я говорю, вы говорили, отец Владимир, что у нас нет икон. Говорил. И говорили, что мы Божью Матерь не почитаем. Да. А зачем? Вы же видите, у нас все это... А чтоб к вам не ходили. Ну, на какой же ты? Чтоб к вам не ходили, сел на дьявола, за рога ухватился и поехал. Вот теперь, что здесь он говорит, Иван Ермоленко? Прочитайте, я сейчас продерну еще. Смотри, какой ответ дается. Ну, кто будет давать такой ответ сегодня? Какой священник? Вот столько мест Писания Библии. Посмотрите, я делаю пометку и дальше опять продергиваю. Это все места Писания. Вот оно что. Дальше прочитайте что. Это о имени Божьем Иегова, когда люди не знают. У меня только в стихах 2800 раз, кажется, встречается это имя Иегова. Вот с Иваном Ермоленко установилась такая. Молодой парень, был когда-то в лагере у нас. В лагере был, приехал, московский патриархат, а отец священник у него, отец Павел. Его там священники, так ты у Игнатия в лагере был, пошел отсюда. И не причащают, сколько не бились, мать тогда давай патриарху, кажется, писать, Надежда Павловна. За то, что только у меня был,
Вот как Сергей Козлов вчера говорит, на него нападают эти за то, что я со мной знаю, так и вас без, говорит, и меня уже бесноватым считают. Ну разве это нормально? Великий пост наступает. Я прошу у всех прощения, когда по человеческому неразумию, по страсти, по задору, ну, как говорится, по азарту своему, где-то я сказал не так, простите, не теми словами воспользовался, простите, ибо это ничего не значит. Я всех прощаю. Простите, и больше, чтобы ничего этого не было сказано. Вот дальше идет, какая переписка. Вот посчитайте, посмотрите. Вам будет интересно. С юношей этим такая переписка. Очень интересный мальчик вырос. Послушный такой. В лагере что-нибудь стирает, он обязательно подойдет. Помочь нужно, и срам что-то развешивает, белье там на огород. Он везде, везде, везде. Деревья пилить там надо было. Он лезет наверх, все делает. Вот это здесь море, жизнь моря. Я тут самым известным поэтом Марк Иосифович Юдалевич, еврей, он 93 года жил. У него там где-то 80, чем, ну, небольшие книжечки были. И когда я ему прочитал вот это стихотворение, он аж отшатнулся. У меня, говорит, ни одного такого нет. А что же не печатаетесь? Я говорю, да что печатать это? Это все поется. Вот так. Это в тюрьме у меня такие, Бог выжил из меня искру такую. Ну, это я дома. Одним, а другой другим. Ну все на этом сегодня, пожалуй. Это я уже говорил. Это тоже наш ролик. Ну все, обошли. Богу слава за все. Слава Христу. Так, теперь надо ли мне вот это к истинному православию озвучить в книге? Я прошу, не забудьте, мне ответьте сегодня. И могу завтра уже начать работать. Спаси Христос, брат Никита. Спаси Христос.